Грузии. Центр. Смотрим, какие красивые дома. Вон канатка. Человек поднимается, опускается. Вот тот дом мне понравился. Порт. Азбука. Азбука грузинская. Ей памятник сделали. Грузинской азбуке. Колесо. Как оно обычно называется правильно? Обозрение колесо. Аж пошло крутиться. Красиво. А в это время там же люди находятся. Что за чувства они испытывают? Эмоции какие у них там? Все играет, все сверкает. А тут у нас сзади азбука и Мино со своим, забыла как его зовут, находится тоже.